Основа питания для сухой массы. Завтрак должен быть плотным, но без молока. Молоко содержит много сахара, который поспешит отложиться в животе в виде жира. Хорошо подходит гречневая, льняная, ячневая каша с сухофруктами. Хорошее решение – хлопья. Чистые, необработанные, без добавок. Хлопья не обязательно варить. Их также можно заварить в кипятке. Особенно хороши для диеты на рельеф ячменные, гречневые и пшеничные хлопья. 100-200 грамм хлопьев с изюмом, залитые кипятком, и стакан свежевыжатого сока. Отличный завтрак. Основа диеты – медленные углеводы. Ориентируйтесь на таблицу гликемических индексов или на специальные таблицы для кето-диеты. Старайтесь выбрать на гарнир крупы с невысоким гликемическим индексом. Это гречка, необработанный бурый рис, дикий рис, чечевица, фасоль, рисовая лапша. Забудьте про белый рис. Это не для рельефа. Аналогично дела обстоят и с суши. Не верьте сайтам по фитнесу, где хвалят суши как диетический продукт. Суши хороши для набора массы, и то не всегда. Увеличьте в своем рационе долю рыбы и морепродуктов. Это полезный источник белка и аминокислот, который легко забьет голод и никогда не отложится в жир. Плюс подпитает ваши мышцы. Хорошо подходит нежирная рыба, креветки, кальмары. Если использовать мясо, то лучше паровое. Можно тушеные, никаких копченостей, колбас, сосисок. Больше растительных жиров. Старайтесь сократить жирную мясную пищу, заменив жиры на растительные. Например, на ужин можно съесть салат из яичных белков, креветок и листьев салата, приправленный оливковым, ореховым или подсолнечным маслом. Избирательно употребляйте молочные продукты. Из допустимых твердые сорта сыра, обезжиренный творог. Исключите сахар. Сахар – враг рельефа. Поскольку транспорт и расщепление жиров происходит только при низком уровне сахара в крови, в противном случае начинает вырабатываться инсулин, который утилизирует избыточные углеводы в жир. Немного сладкого допустимо в виде меда или горького шоколада, не менее 70% какао. Откажитесь от сдобы. Допустимо немного хлеба из муки твердого помола. Никаких дрожжевых выпечек, тортов, пирогов и чизкейков. Уберите пищевой мусор. К нему относятся соусы, майонезы, кетчуп. В качестве замены можно использовать соевый соус, лимонный сок, немного яблочного уксуса. Также к мусору относятся сладкие газированные напитки, сухарики, чипсы, сладкие соленые орехи. Можно употреблять немного несоленого арахиса, миндаля, фундука. Исключите крахмалистые овощи и сладкие фрукты, картофель, морковь, виноград, хурма. Крахмал очень плохо усваивается. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья!